Твери ведется масштабная модернизация водовода. Подобные работы проводятся впервые за много лет. Каким образом они отразятся на комфорте жителей Твери, расскажем далее. Новая труба водовода пройдет под рекой Тверцой. Вот так производится бурение. Затем скважину увеличат в диаметре с помощью специальной техники. Подобных работ не проводилось уже около 40 лет. После их завершения не только качество, но и объем поставки питьевой воды в город увеличится. Мероприятие это нацелено на повышение качества услуг водоснабжения как существующих потребителей, так и для развития города, для подачи новых объемов воды в город. В целях развития. Все это в соответствии с инвестиционной программой «Тверь водоканала», давно запланированное мероприятие. Работы проводятся в рамках национального проекта «Экология». Финансирование идет из бюджетов трех уровней – федерального, областного и городского. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, работа по сохранению ресурсов должна быть комплексной. Поэтому помимо модернизации водовода будет проведена реконструкция очистных сооружений и ряд других работ. Это программа «Чистая Волга», оздоровление реки Волги и программа «Чистая вода». У нас работа, которая направлена на снижение сброса вот этих неочищенных стоков в главную центральную артерию Российской Федерации. Работы будут проведены от Тверецкого водозабора до Восточного моста. Проводить модернизацию благодаря современным технологиям подрядчик может в течение всего года, вне зависимости от погоды. При этом никаких ограничений подачи воды не предусмотрено. Весь объем работы здесь у нас закручен договор на 3 года, это с 19 по 21 год. Но разбит он на 3 этапа. Это вот первый этап это здесь, второй этап с Волги до Тверецкого бульвара. А вот этот вот участок, жилой комплекс, на следующий год. Эти 2 этапа планируется завершить уже в этом году и проложить более 2000 метров трубы. Всего реконструкция пройдет на 5 километрах трубопровода. При этом диаметр будет увеличен с 600 до 800 миллиметров. И это позволит обеспечить качественное и надежное водоснабжение горожан.